По информации областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в настоящее время вызывают опасения ситуация с возведением двух детсадов на бульваре Солнечном в Кургане и в Долматове. Генеральным подрядчиком обоих объектов по результатам конкурса стало предприятие «Центрстроймонтаж», которое зарегистрировано в Екатеринбурге. На еженедельно проводимых в Главном управлении образования Курганской области совместно с нами в видеоконференциях, значит, администрации города предоставляется информация об неисполнении подрядчиков своих обязательств в рамках заключенного контракта. На сегодняшний день выполнение ноль. Выполнение ноль, значит, только огороженная территория. Руководитель администрации Кургана Александр Якушев отметил, что встретился с генеральным директором подрядной организации. По ее итогам был составлен график строительства детсада в областном центре. Сейчас там ведутся работы по подготовке котлована. Александр Якушев заверил губернатора в том, что возьмет ситуацию под личный контроль. Три детских сада в первом и в пятом микрорайонах Заозерного и Рябково возводят согласно утвержденным графикам. Если они не приступят за эти дни к работам на бульваре Солнечном, у нас есть рычаги по расторжению контракта. Значит, за эту неделю они завезли, вот показываем, завезли экскаваторы, приступили к котловану. Значит, за субботу-воскресенье они привезли сваи. Глава Долматовского района Александр Столбов отметил, что его администрация предпринимает меры по расторжению контракта с компанией. Однако генподрядчик затягивает этот процесс и обещает ускорить темп строительства. Не было получено разрешение на строительство, подготовительные работы также не были выполнены, земляные работы и устройство фундаментов. До настоящего времени вышеуказанные работы в полном объеме не выполнены. На сегодня на экспертизе находится документация. Забито на вчерашний день у нас было 424 сваи из 650 сваи. Олег Богомолов поручил Главному управлению образования совместно с Департаментом строительства еженедельно контролировать процесс, а руководителям муниципальных образований взять стройки дошкольных учреждений под личный контроль. Все понимаете, значит, меру ответственности за важность исполнения этой программы. И на этих двух объектах у нас сегодня ситуация уже чрезвычайна. Поэтому будьте добры. Если еженедельно вас не устраивает, значит, ежедневно свой рабочий день начинайте со строительной площадки. Считайте сваи, блоки, арматуру, когда вы, графики свои. Пытайтесь сделать так, чтобы они соблюдались. Глава региона поручил пригласить на встречу гендиректора Центра строймонтажа. Кроме того, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Нижнего Тагила Сергею Носову, где базируется компания, будут направлены письма о неудовлетворительной работе предприятия. Василий Малухин, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру».